Снизу начнем, Вован, да? Да. А когда получают конкретно наказание, или хотя бы не наказание, а только лишь обвинение, правильное оно или неправильное, не важно, инстинкт самосохранения у человека работает, или еще что-то работает, или совесть там как-то угнетается, или что-то, но человеку страшно. Не верьте ни тому, кто бы говорит, вот это не страшно, все это неправда. И неправда, нет у людей такого, даже пятый раз он идет, все равно страшно. Привычка сегодня раз, как ты обещал, сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди вас буду. Господи, это такая тяжелая тема. Помоги нам понять, почему и как люди отрекаются от тебя. И почему и как ты прощаешь нас. Аминь. Тимон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты никогда, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Что добровольно никто в тюрьму не садится. Кто-то, как говорится, выдал этого человека. Кто-то его тоже предал, в свою очередь. Либо же донес на него, либо же какие-то свидетели видели, что-то рассказали. Поэтому первое чувство, которое испытывает попавшие в эти места лишения свободы, это именно чувство обиды. Господь возлагал на Петра такие надежды, да? А мне хочется спросить, а для нашей конкретной жизни это что? Что-нибудь говорит? Набирают правильно. Есть поговорка расхожая, не зарекайся. Вот Петр зарекся. И... Да, каждый из нас, там, когда-то родитель, допустим, мамочка, я там всегда буду получать пятерки. Хотя мамочка понимает, что ее обманывают. Ну не обманываешь, а именно не зарекайся. Да. Вот я очень хорошо, Андрей сказал такое русское слово хорошее, не зарекайся. Вот я никогда не сяду в тюрьму, а сказано, да, отцу мой от тюрьмы, не зарекайся. Вот я и зарекся. Есть то, что называется двойная мораль. Ведь в уголовном мире, находясь на воле, ну, у кого-то профессия ворова. Незаконным способом добывания денег поощряется. Но в тюрьме, если человек ворует, именно в тюрьме, это не просто противозаконно, это очень сильно наказуемо. Одно это называется одним словом присядничество. Проверяйте, потом отдадите. Так, Волосевич готовится. Когда говоришь это человеку, а вот ты выйдешь на волю, если занимался, вот как это будет дальше? Человек начинает задумываться, потому что ему надо вспомнить заповедь Божию. Не убей, не укради и так далее. Пока человек еще не попал в тюрьму, может быть, совершает какие-то деяния не очень приятные и не очень хорошие, то его, конечно, осуждают. А вот когда он уже попал сюда, то его начинают жалеть. Вот это наша традиция такая. Вот. И не хочется, чтобы в нашем обществе развивалось что-то другое вот именно. Пониманием нашей тюремной миссии, с тем, что люди говорят, зачем вы им стараетесь сделать какое-то добро, если они преступники, их надо наоборот построже наказывать. А если уголовная система называется система исполнения наказания, не
тюремщики наказывают, и наказывает прокурор, суд. Если он будет видеть только зло, ожесточенность, озлобленность против себя, то из тюрьмы может выйти, так сказать, зверь какой-то вот. Человек действительно опасный, наверное, случайно попавший в заключение, а выйдет уже закоренелый преступник. О, хорошо. Идет дело. И данная система будет не исправлять людей как-то, не помогать им изменить свой образ жизни, а наоборот плодить преступления. Что мы вот и видим, к сожалению, что действительно у нас большой процент рецидива. Очень часто люди, выходя на свободу, опять оказываются в заключении. По сути, всегда, когда обещают быть склонным, скажем так, к другому человеку, да, там, допустим, верным быть до конца и так далее, и получается, что он самый первый как раз именно склонен к предательству, по сути. То есть вот ему как раз другие молчат, например, вот в них ты более будешь уверен, чем вот в нем, который тебе прям вообще там чуть ли не на колени при том встает, что все он прям ради тебя сделает. В итоге он же первый и предаст, по сути. То есть это уже как бы история, в принципе, проверена практически. И, наверное, для себя надо сделать еще такой вывод, что и клясться тоже не надо, а сильной верности никому. Когда все хорошо, все рядом. Да, то есть когда начинаются гонения там. Ну, тем не менее, стремиться надо. Стремиться надо, на душе, не обязательно это показывать. Ну, естественно, естественно. Главное, ты знаешь, что вот ты верен ему, все, ты сидишь молча, тихо, спокойно, зато всегда ты его, если что, прикроешь и поддерживаешь. По делам твоим. Не надо себя считать всемогущим. Угу. И как прописано истина, что в первую очередь от тебя близкие отвернутся. Угу. А ведь страдают примерно одинаково все страдания. У кого родители, у кого жены, у кого дети остались на воле. Научился ли ты зло изгонять из себя? Самостоятельный человек это очень сложно сделать, очень сложно. А различные способы, конечно, ищут зло. Там кто-то алкоголем, кто-то наркотиками, раскаянием, покаянием, сложно сказать. Но когда он начинает уже мириться с тем, что из него это зло должно уйти, не просто так оно уходит, оно отрывает там часть, в душе отрывает. Чтобы прийти к Богу, иногда требуется очень много времени. Но ход этого времени в этих условиях заключения сжимается. И на сегодняшний день в нашем художественном изоляторе находится 1840 человек. А в храм приводят по 50 человек максимум. И хотя у нас служба бывает 2-3 раза в неделю сейчас проводится, тем не менее нужно много времени ждать, чтобы попасть в храм. А за это время уже прошел суд. И за это время человека уже могут увезти куда-то в другое место, в какую-нибудь колонию или какую-нибудь зону, недалеко от Москвы. Будет ли там храм, неизвестно. И поэтому человеку приходится в течение вот часа или двух, который он проводит на службе в храме, ему проходить вот то, что другие люди проходят годами уже. Помазуйся, раб Божий, день и сиреним о радонь во имя Отца, и Сына и Святого Духа, о исцелении души и тела. Вот я говорю, я сама в 30 лет крестилась. Все, что было в твоей жизни, не от Бога, а от врага. И реально какой-то в это всего просто отрицается. 3 раза. И Бешка говорит, и дуньте, и плюньте на него, и ты будешь дуть и плють в сатане просто в эту рожу. Представляешь себе, если ты наплевал на какого-нибудь там руководителя банды? Несколько лет назад отношение сотрудников было гораздо более жестким. И когда пытались с ними разговаривать о ком-то из заключенных, он говорил, а ты смотрел его уголовное дело, ты знаешь, что он там натворил? Все они говорят, что они виновны, все они виноваты, все они тут вот. Такое было отношение. А сейчас сами же сотрудники нам рассказывают случаи уже несправедливых уговоров и так далее. Христос воскресе! Праздник, братья! Крестики есть у вас? Возьмите.
Что? Иконку? Держите. Открыточки будете писать своим близким. 14. 14 человек. Все с крестиками? Крестики есть, да? Ну вот возьмите куличи, подходите сюда. Книжки. Помоги, Господи. Самое главное, чтобы вы учились здесь молиться. Молитвослово-то есть у вас здесь? Библия есть? Нет, ничего нет. Ничего нету? Нет. А вы что, есть недавно здесь? Да. Какая камера-то у вас? 1. Спрашивает здесь наше пребывание. Мы батюшки тут тоже не по своей воле. Меня в свое время владыка сейчас уламывал, чтобы я начал ходить. Дорогие мы должны с вами воспринимать это вот время, которое мы здесь находимся, пребываем, тоже как что-то такое, зачем-то это Господь устроил. В дальнейшем не проклинать эти годы, которые здесь прошли, а собрать как бы себе, как пчелка собирает мед, с разных цветочков, из беленьких, из с разных других, так и мы. Поэтому вот за все слава Богу. Спасибо, Господи. Спасибо. Ну, вот что я думаю. Кара Божья, она в любом случае не скрываешь. Как что бы там ни было. А что это такое? Что это такое, я не знаю. Преступник или же человек, просто попавший, может быть, несправедливо в эту систему. В любом случае, он обязательно должен встретиться здесь с добром. Будет ли это священник, будет ли это воспитатель, или врач, или еще кто-то, но он должен встретиться обязательно с добром, для того, чтобы ему не потерять веру в людей, для того, чтобы не потерять ему как бы смысл жизни. Всегда перед нами.